Здрасте. Привет. Детка. Кошкин Сергей. 2 года в музыкальном магазине в Саратове. А если можно, зовите меня Серж. И на ты, пожалуйста. Офигеть! Я только сегодня там картофан покупал. Что, правда? 10! Это ж офигеть бабла! Мужик моя. Еще ни одна красотка не уходила от меня с грустными глазами. А их у меня было ровно 99. А, ну тебе сам Бог велел. С какой Викой? Ну, самая фишка, знаешь, в чем? Они близняшки. А я свободен. Может быть... А сигаря она моя. Еще с бобром не встречался. Это другана моего тёлка. Пикнешь. Убью. Нам сказали, вы можете переправить нас в Турцию. В 21 веке любой человек зарегистрирован в социальной сети. Даже дворник. Карета, в которой Глеб Андреевич вез кучер, упала с моста. Я Вася. Я первый раз пришел к тебе за совет. В смысле, лежал флакон, я их приму, чтобы не мучиться. В моей смерти прошу никого. Повесился? Куда это ваш барин по ночам ездил? Может, заходил кто к нему? Слушай, ну, есть же полегче. Ну что, Дарья Николаевна, я только и приехал убедиться, что клевета, клевета. Валю нафиг! Вали! Валю! Думаешь, не свалю, что ли? Завтра. Ты думаешь, я не знаю, как все это работает? Сколько тебе надо? Я дам денег, у меня есть. Что, сдурел, что ли? С чего же это вдруг? Не знаю. Ладно, заводись. 200 так 200, сейчас достану. Что это делается? Вроде как Господь Бог все решает. Какой смысл что-либо делать, если уже ничего не может? Так с чего ты взял, что тебя убить хотят? Есть за что? Думаю, есть. Ребята, чего? Нет, настоящий день. Не рыпайся! Не я первый, не я последний.